Прешкодоводы, возможно, вы слышали о так называемом дизельном заговоре автопроизводителей. Об этом ходили слухи. В чем его суть? В том, что автопроизводители якобы заговорились о том, чтобы не производить легковые автомобили с дизельными двигателями. Все думали бред, но вот, ребята, началось. ВАК заявил о том, что в России прекращается прием заказов и выпуск Тигуана с двигателем 2.0 TDI, это дизель. Хотя на его долю приходилось 22% от общего объема продаж Тигуана, но вот такие дела. Не так давно Honda тоже заявила о том, что к 2001 году собирается прекратить выпуск и продажи своих автомобилей с дизельными двигателями в Европе. Так что скоро все будем ездить на электромопедах. Кому было познавательно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До свидания.